Слушай, ребята, я еще вчера бегал в Москве. Я сейчас нахожусь в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Приехав в Калифорнию, вы определенно почувствуете, какая она солнечная, теплая и немного фантастическая. Улицы, дома, да и сама атмосфера немного напоминают кадры из фильмов, много раз пересмотренных в прошлом. Калифорния – это третий по величине штат после Аляски и Техаса, протянувшийся более чем на 1350 километров с севера на юг вдоль Тихоокеанского побережья, от штата Орегон до мексиканской границы. Здесь можно встретить абсолютно все типы климата, все виды растительности и животного мира, существующего в Соединенных Штатах. Интересно, что столицей Калифорнии является не Лос-Анджелес, не Сан-Франциско, а город Сакраменто, в мегаполисе которого проживает около 500 000 человек. Считается, что в Калифорнии проживает около 2 000 000 нелегальных иммигрантов, что равно 7% численности населения штата. Калифорния первый по ВВП штат среди прочих, и активное промышленное развитие здесь началось еще во времена Второй мировой войны. Помимо нефти и газа, в Калифорнии добывают гипс, йод, ртуть и вольфрам. Штат лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Персики, абрикосы, апельсины, лимоны, грейпфруты, авокадо, хурма, клубника, вишня, маслины, виноград, вино, орехи, пшеница, хлопок, рис, овощи и мясо. Ну и, конечно же, Калифорния – лидер американской киноиндустрии. Но Кремниевая долина, или как у нас принято называть ее Силиконовой, известна всем как центр развития компьютерных технологий и электронной промышленности, где базируются такие компании, как Facebook, Apple, Hewlett-Packard, Google и Intel. Калифорния также привлекает студентов со всех частей света. И не просто так, ведь здесь находятся сильнейшие вузы всего мира. Об этом смотрите отдельно в выпуске на нашем канале SMAPS Education. Линк на канал в описании к данному видео. На территории штата проживает 12% всего населения Америки. Калифорнийцы делятся на северных и южных. Если говорить стереотипно, то северная часть – это все, что связано с Кремниевой долиной. То есть люди, влюбленные в инновации и технологии. А южане – это, скажем, Голливуд, кино, тщеславие и богатство. Основная часть Калифорнии живет спортом и всем, что с ним связано. И не просто так, ведь почти 330 дней в году здесь светит солнце. Серфинг, скейтбординг, сноубординг, бег, теннис, велоспорт и просто даже прогулки по пляжу. Многие, кто был в Калифорнии, отмечают, что люди здесь гораздо приветливее, чем в том же Нью-Йорке.